Обстановка на въезде в город без преувеличения торжественная. Вдоль проезжей части десятки видеокамер. Для долгожданной встречи электронных гостей из города на Неве муниципальной службы Ульяновска подготовили водяные ворота. А вот арку радужную смастерила сама природа. Три вагона модели 71-911 «Львенок» ровно в 10 утра заехали в город в специальных камуфляжных костюмах. Плотная пленка защищала новенький корпус трамваев от случайных повреждений, порывов ветра и непредвиденных осадков. Два дня в пути, десятки городов, и вот он, новый модернизированный электронный царь зверей, прибыл в место дислокации. Первая партия низкопольных односекционных трамваев выйдет на городской маршрут номер 22. Прокатиться на новеньком «Львенке» ульяновцы смогут из микрорайона УКСМ через центр города до конечной остановки «Парк юности». По статистике, этот маршрут является самым востребованным в городе. Еще 10 ноу-хау общественного транспорта прибудет в губернию в ноябре. Ожидается, что последние 9 трамваев встанут на ульяновские рельсы к концу года. Распределить оставшиеся 25 машин планируется по 4-му и 6-му маршруту следования. Прибывшие сегодня экземпляры первые самостоятельные шаги в Ульяновском депо совершили уже через считанные минуты после разгрузки. Специальные бригады монтажников, которые будут монтировать их, собирать, то есть они в течение 2-3 дней должны их поставить на ход, и после этого они выйдут в город Ульяновск на линию. 190 устаревших вагонов постепенно будут заменены на модернизированных собратьев. Особым преимуществом «Львят» является интерактивное управление. Осуществлять мониторинг дорожной ситуации, контролировать зону посадки и высадки пассажиров теперь помогает наружная система видеоконтроля. Оборудование такой машины системы «ГЛОНАСС» позволяет узнать время ее прибытия на нужную остановку. Не по нраву заказчику пришлась лишь палитра эргономичного интерьера. Буквально за 2 дня до отправления зеленую обивку кресел заменили на синюю. Я сейчас хотел бы развеять один миф. В прессе очень много звучит, что мы приобретаем трамвай по самой дорогой в России цене. С учетом государственной поддержки, которую нам оказывает Министерство транспорта Российской Федерации, стоимость трамвая будет составлять не 90 миллионов, как звучит в прессе, а 38 миллионов. Эксперты не скрывают, проблема обновления подвижного состава городского электротранспорта назрела довольно давно. Твердую позицию в решении этого вопроса заняло руководство региона. Создать специальную транспортную инфраструктуру с использованием новых разработок Невского завода электрического транспорта предложил губернатор области. С учетом строительства левобережной развязки президентского моста и новейших технологий производства, с которыми в северной столице России ознакомился Сергей Морозов, следующим этапом развития городского общественного транспорта станет возможность переключать на автономное питание троллейбусы и запускать их по мостовому переходу на правый берег. Первые успешные испытания троллейбуса «Адмирал» совместно с Санкт-Петербургским транспортным заводом состоялись в декабре 2015 года. На автономном ходу экспериментальная машина пересекла мост через Волгу. Сегодня на региональных площадках Невского завода собирается уже обновленная версия самоходного транспорта. Бесплатно прокатиться на уже прибывших в город образцах с сегодняшнего дня могут школьники города. В регионе возобновлена программа бесплатного проезда учеников в трамваях и троллейбусах. Стать пассажиром «Львенка» можно будет уже в ближайшие несколько дней. Курсировать по улицам города суперсовременный трамвай будет по традиционному расписанию. Яна Федорищева, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.